На конкурс дети читают стихи. Храмова Юля, 7 лет, город Урюпинск, Бородино, Михаил Юрьевич Лермонтов. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, танцусу отдана. Ведь были схватки боевые, но говорят еще какие. Недаром помнится Россия, край день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее время. Богатыри не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, не будь на то Господней воли, не отдали Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было. Боли ждали, ворчали старики. Ну что ж, мы на зимней квартире, не смеют, что ли, командиры, чужие за родмундиры, а русские штыки. И вот нашли большое поле, если отгуляться где на воле, простыли редут. У наших Кушкиного пушки чуть-чуть рассветило пушки, и лес осенней верхушки, французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго, и думал, угощу друга, постой, поборот, мусью, что ж тут хитрить, пошел к бою, уж мы пойдем вами стеною. Уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке, что толку в этой да безделке. Но ждали 3-й день, повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная впала тень.